Марк Фейгін, правозахисник і політичний оглядач, долучається до прямого ефіру на 24-му. Зараз обговоримо це із ним. Марк, доброго дня. Наскільки я розумію, ви також зараз бачили ці кадри. Ну, давайте спершу, мабуть, обговоримо це в контексті інформаційної війни, тому що, як до юриста, в мене до вас є питання щодо цього. Ну, але ж не просто так ці кадри з'являються в інтернеті. Не просто так вони їх публікують. І, ну, як ви вважаєте, чому знову вони публічно стратили українського військовополоненого і пішли самі свідомо на такий військовий злочин? Вы знаете, я не знаю источника, если это... Вот я не успел разобраться, я записи, естественно, видел комментарии, видел обсуждения. А сами ли они это опубликовали, с подачи ли это опубликовано, либо там очень много жертв, которые наслаждаются этим насилием, понимаете? Поэтому они даже как-то от этого немного фанатеют, вот. Ну, в каком-то ЧВК Вагнере, не мне вам рассказывать, как любят кувалдить и так далее. Поэтому расстрелы для них, ну, это какой-то кураж такой, что ли, и так далее. И такая же выкладка этих записей. Может быть, это запись с чьего-то телефона российских военнослужащих, который оказался в руках каких-то иных лиц. Не знаю. Я вот тут отвечать не могу, сами ли они это все сознательно выкладывали, или это результат какой-то там случайности или чего-то такого иного. Но сам факт. Во-первых, мы видели не раз кадры расстрелов военнослужащих. Это происходило и с той, и с другой стороны. Но в чем разница? Да? Неотменяемо, вот эти две важных вещи. Неотменяемо главный виновник. Да? Это происходит все на украинской земле. Убивают военнослужащего, дают покурить перед смертью. Он, значит, прощается, там, кричит «Слава Украине!», они убивают. То есть хладнокровный расстрел, абсолютно, так сказать, ничем не объяснимый, как в случаях, когда, например, на украинских военнослужащих напали. Но это, опять же, все следует из записи. Там полноценного расследования еще мы не знаем итогов. И они вынуждены были открыть огонь по военнопленным. Были и другие кадры. Вот. Но, еще раз повторяю, вина полностью и целиком на российской власти, затеявшей эту войну. Вот и она не снимаем. Наверное, эти военнослужащие виноваты. Я имею в виду украинских, когда мы видели кадры. Конечно, тоже там нужно разбираться в степени их вины. А вот в этом случае здесь абсолютная вина непосредственных участников этого убийства, да, расстрела военнопленного, и все тех же военных злочинцев, руководства России, затеявших эту войну. Второе – это вот ситуация эскалации такой, да, уже ожесточение, потому что на второй год войны уже ничего хорошего в принципе не будет. То есть эти которые снимают на телефон на расстреливаемого, да еще с гордостью произносящего «Слава Украине!» военнослужащего, не знаю, в каком он звании, рядовой офицер, ничего не известно, не видно. Но что они получат в итоге? Сейчас украинские военнослужащие будут убивать всех подряд. Вот увидев такие кадры, если эти думают, что можно таким образом то ли покуражиться, то ли поиздеваться над защитниками собственного отечества, ну, это приведет к очень печальным последствиям. Ни один в плену не будет выживать. Ну, вообще, вот первые дни сейчас лучше никому и в плен не попадать. Потому что эмоционально это настолько сильно влияет, что люди, которые с оружием в руках находятся где-нибудь под Бахмутом, Угледаром или где-то еще, а церемониться уже не будут. И это тоже полностью вина Москвы будет, вина российского руководства, потому что, ну, как бы неснимаемая, неотменяемая вина на тех, кто эту войну затеял. Да, естественно, это нарушение Женевской конвенции, это нарушение всех мыслимых, немыслимых норм, вот, и национальных законодательств и так далее. Но мы должны как бы понять, что, с одной стороны, Россия вообще вне находится международного права, в отличие от Украины, которая все-таки расследует такие случаи, когда собственные военнослужащие применяют оружие, расстреливают, такие тоже случаи, наверное, бывают. В России ничего не будет. Никто ничего не будет расследовать, может даже поощрят, может, просто только будут искать, кто выложил пленку. Я не знаю, как это все происходило, но еще раз хочу подчеркнуть, что Россия – это страна беспредела. Рассчитывать там на какое-то там чего-то, что вдруг что-то расследует, какая-то прокуратура военная, которая в надзор в ее видении, займется этим случаем, ничего не будет.
И поэтому, как бы, второй этот вывод важный, что взаимное ожесточение приведет к той степени, что те самые мобилизованные российские обыватели, которые сейчас попадают на фронт, у них шансов выжить станет еще меньше. Кому они от этого лучше сделали, от того, что расстреляли военнослужащего украинского, да еще и выложили пленку, или там у них забрали, выложили, не знаю, какие обстоятельства это сопровождали. Ну, себе дураки, значит, подписывают приговор. Вот все, что могу сказать. Марк, от я стосовно кількох речей, про які ви говорили, я також прокоментую. От те відео, яке ви згадували, де масова здача в полон російських військових, і де, ну от після цього є відео, де нібито вони лежать розстріляні, то все-таки там же ж не було моменту, не було моменту розстрілу, і розслідування триває, і ба більше саме російським військовослужбовцям, військовим, які здавалися тоді в полон, їм інкримінують віроломство під час здачі в полон. Це військовий злочин. Судячи з усього, знову ж таки, розслідування покаже, але судячи з усього, там мала місце така історія, що хтось один просто вилетів після цього з автомату і хоч не хоч були вимушені покласти всіх. І це в такому випадку є якраз таки військовим злочином не з боку українських військових, а з боку російських військових. Знову ж таки, розслідування покаже. Так, ну і друге, от щодо реакції українців, українських військових, ну вже неодноразово справді бачили, що у відповідь починають запитувати, запрошувати більше цілей для артилерії і починають гатити по всіх військових саме цілях окупантів Збройні Сили України. Ну а так, щоб у відповідь такі кадри, які з'являлися після цього, ну такого теж не пам'ятаємо і сподіваємося, що такого не було і не буде, тому що, ну, так ви слушно сказали, що Україна – це правова держава, яка якраз таки дотримується правил ведення війни. Ну, а от якщо ми можемо зараз технічно показати QR-код для того, щоб надонатити, у нас там буквально кілька відсотків залишається для того, щоб до нас збирати на дрони десантникам під Бахмут. От, і знаєте, це такий зараз потужний привід і стимул закрити цей збір і дати нашим десантникам знищити їх на полі бою чесно, так, як воно має бути. Ну, як відповідь, як хоч якась компенсація за оцей жах, який ми щойно побачили, ну, а точніше, який ми лише частково показали. Марк, а от дивіться, наскільки я розумію, коли йдеться про фах-юриста, це чи не на першій там лекції за права розділяють такі от явища, як право і справедливість. Скажіть, от з точки зору, ну, права, ясна річ, ми маємо чекати на міжнародний трибунал, ми маємо право там, це може тривати і кілька років, і кілька десятків років. Це реально багато часу, щоб спочатку знайти, потім провести слідство, потім ще засудити цих вилупків. Але з точки зору справедливості, на вашу думку, правова держава Україна, як має відповідати на таке? Ну, вообще, на самом деле, считается, что частью права является и справедливость. Оно более объемлет право как таковое, понятие справедливости, оно вмещает это в себя. Хотя там разные точки зрения на этот счет существуют. Раньше в советском праве как раз эти вещи, они могли разделяться. Они даже оговаривали, что существует там, значит, классовое право, оно там отличается от буржуазного и так далее. Они понятие справедливости иначе трактовали. Я просто начинал учиться еще при советской власти в 88 году. Представляете, какая у меня была теория государственного права. Да? Вот. А что касается трибунала, ну, это единственная возможная форма окончания войны. Вот что. Все говорят, мирные переговоры, и на этом все закончится. Нет, нет, нет. Частью окончания войны важнейшей, да, точкой должно быть именно трибунал. Это то, с чем никогда не согласится Москва, и то, на что она никогда не пойдет. Но это и в общем уже и не важно, потому что для этого не надо уговаривать виновников в совершении этого преступления военного, значит, и агрессии, и геноцида, и все вместе, на то, чтобы они согласились на собственный суд. Этого не надо делать. Это уже как бы вопрос, в принципе, решенный. Там сейчас стоит только вопрос о где и как это будет осуществлено, и как это будет юридически обосновано, подкреплено процессуально и так далее. Но справедливость наступит не с окончанием войны и там возврата земель. Нет, это так не работает. И даже репарации. Нет, это недостаточно. Триединой частью этого процесса должно быть
Именно третье вот это суд, который определит, кто в чем виноват, кто за что отвечает и наказан. Для чего это делать? Ну, чтобы это не повторялось в будущем. Вот что такое понимание справедливости. Справедливость, она не для уравнивания, она для того, в том числе, чтобы это наказание было основанием для всех остальных поколений, чтобы такое не повторялось, зная, что за это обязательно, неотвратимо, фатально последует наказание. Ну, разумеется, конечно, мы можем разделять эти вещи на большого уровня, потому что международный трибунал — это все-таки для лиц, которые ответственны за организацию, за начало, за приказы и так далее. Есть и в национальной юрисдикции, внутри украинской, наверное, будут суды над непосредственными исполнителями, и так далее, очно, заочно, это как получится. Но это точно должно быть, потому что без трибунала, без решения суда эта война не должна закончиться. Вот в чем дело. И пока этот приговор не будет вынесен в отношении виновных, можно считать, что война не закончена. Поэтому ровно отсюда я исхожу, когда дискутирую с разными типами, которые говорят: да ладно, ну всякое бывало в истории между русскими и украинцами, за века-то, знаешь, что только не было, и это забудется. Ну как же забудется? Это никогда не примирится. И вообще шансы не появятся между следующими поколениями русских, которые вообще не будут отвечать за то, что делал Путин. Ну, в том смысле, что они же непосредственно не были уличены, как нынешние немцы, не отвечают за Гитлера. Уже прошло сколько поколений. Они родились уже давным-давным-давно, большую их часть, когда уже никаких Гитлеров не было. Да? Но тем не менее, пока точка не поставлена через решение такого трибунала, никогда невозможно будет наладить вообще нормального цивилизованного диалога. Просто соседствовать цивилизованно невозможно будет. Потому что как раз справедливость не восторжествует. И в этом главная задача трибунала. Для того, чтобы справедливость дала возможность жить дальше. Как-то, в общем, сосуществовать народам, которые, наверное, никуда не денутся, все равно останутся, в космос не улетят. Так что без справедливости трибунал и вообще все, что мы понимаем под правом, да, невозможно в принципе. Марк, ну то одним із острахів, занепокоєнь у мене як українця, я переконаний, у багатьох людей також, є ну от побоювання того, що такі істоти, як ті, що зараз розстріляли українського військового, що вони сховаються, вони десь втечуть. Чи то в Китаї, чи то в Північній Кореї, чи то в Латинській Америці, як свого часу німецькі нацисти. От як в сучасному вже тепер світі із набагато більш розвиненими можливостями розвідки, стеження і так далі, як ви вважаєте, ну як от запобігти от цьому? Угу. Не, ну они там эти собираются в Африке приземлиться, насколько я понимаю. Сейчас не рассматривают других вариантов. Это Центральная Африка в основном. Вот. Это что касается, как они будут прятаться в случае, если они потеряют власть. Они будут делать все, чтобы эту власть не потерять. Но если они ее потеряют, то скорее перспективна Африка, там много мест, где есть хаос, где можно все-таки ховаться, да, как мы говорим. А, ну как, ну справедливость, она же по-разному себя выражает. Вот если вы не хотите трибунала, или вы будете от него уклоняться, так общество в глобальном 21 веке выработало множество механизмов, которые, ну, в принципе, может быть, и не очень правовые, но вполне справедливые. Этих людей будут преследовать и убивать в частном порядке, в государственном порядке и так далее, их будут уничтожать. А как поступало, например, Соединенные Штаты Америки, когда уничтожали руководителя Аль-Каиды и вообще участников, активистов Аль-Каиды, в свое время Талибана, движение Талибана, ряда других радикальных организаций, ответственных за убийство американцев и события 11 сентября. То же самое, скорее всего, с высокой степенью вероятности будет в отношении вот этих лиц. Я вообще с трудом представляю, где можно скрыться, если в России рухнет этот режим. Естественно, мы говорим о том, что этих людей должна наказать сама Россия. Законодательство этого требует, вы понимаете? Но кто-нибудь верит в то, что этих злочинцев накажут в нынешней путинской России? Да их наградят. Им сейчас еще по медали выпишут, понимаете? В этом беда, в том, что Россия полностью вышла из системы международного права. Ну а раз так, то тогда действуют альтернативные механизмы, правильно, реализации вот этих решений или приговоров, ну или потенциальных приговоров. И они связаны с специальными действиями, оперативными действиями и так далее. Вот так устроено вот в современном мире. Почему-то считается, что будут все время с ордером бегать за этими людьми. Да не с ордером будут бегать, а с пистолетом. Это разные вещи. Вот непонимание этого, ну как бы что? Это порождает безнаказанность. Все думают, что меня-то это не коснется. Вообще, кстати, когда я по криминалистике и по психологии проходил в институте, там тоже главным центральным местом сознания любого делинквентного лица является уверенность, что именно его-то и не найдут, и его-то и не накажут.
И это распространяется хоть на воришек мелких, хоть на вот таких клинических преступников военных, каким является Путин и все его окружение, и командование, и исполнители, и так далее. Ну і наскільки я розумію, часи дещо змінилися порівняно із тим, наприклад, що було рік тому, коли Росія, ну за нею була ініціатива, вона нападала, вона атакувала, а тепер і на території самої Росії, наприклад, у Брянській області, ходять якісь озброєні люди і роблять, в принципі, те, що їм заманеться. Ну да, так это неизбежное следствие. То есть, если бы они войну выиграли за 2-3 дня, может, этого бы и не было, я не знаю. Но так не бывает. Меня поражает эта дискуссия о том, ну как же это вот на нашей территории, это в Украине-то можно, там мы русские мир же, а в России-то, в Брянской области, как такое возможно? Ну я всегда говорю, вы идиоты, что ли? Как? Война, вещь взаимная, так сказать. Стоит за этим Украина? Не стоит за этим. Да кого это вообще волнует? Украина никакой ответственности себя брать не будет. С чего бы ты ей брать на себя за это ответственность? Она хочет – берет, не хочет – не берет. Это вообще война. Здесь вообще не до сантиментов. Нельзя заставлять Украину вести себя там в соответствии с нормами международного права, какими-то обязательствами. Есть сама же ты, страна, вот путинская Россия, напав на нее, вообще полностью дискредитируешь понимание международного права, части обязательств в отношении соседней страны и так далее. Никто не собирается играть по правилам Москвы. И я вам хочу сказать, что как только вы перестаете по ее правилам играть, все время они начинают проигрывать. Понимаете? Когда ты становишься, в общем, используя те же методы, что используют они, они проигрывают. Вот хотим мы этого, не хотим. Я понимаю тут критика этого со стороны, но мы же не такие. Да не такие вы и останетесь. Но если не делать того же самого, то и нельзя выиграть. Сначала надо выиграть, а потом разбираться, кто прав, кто виноват. Хотя, по-моему, этот вопрос предрешен, кто виноват. Но, тем не менее, я еще раз хочу подчеркнуть, без того, что в России начнутся свои проблемы, и надо будет власти, режиму Путина заниматься внутри России их преодолением, окончательно победить невозможно. Нужно, чтобы в России заполыхало. Тогда Украина выберется из-под своих проблем с войной. Вот о чем я пытаюсь сказать. Я думаю, найближчим часом так воно и будет. Судячи з тієї бавовни, із тих розбірок, які вже відбуваються на території Росії, війна таки приходить до самої Росії. Марк, дякую вам. Да, дякую. Дякую. Всем правозахисник і політичний оглядач Марк Фейгін долучався до прямого ефіру на 24-му. Говорили про жахливий розстріл, судячи з того відео, яке ми побачили, жахливий розстріл українського військовополоненого в російському полоні.